Недавно мы рассказывали о проведении в нашем районе акции «Привит от ковид». Она была призвана популяризировать вакцинацию для тех славянцев, кто впервые делал себе эту прививку. И вот уже состоялся розыгрыш призов, на котором побывала наша съемочная группа. Отрывные части билетов, полученные впервые вакцинированными славянцами в ходе благотворительной акции, были в специальных запечатанных боксах доставлены в управление молодежи муниципалитета. После этого они были помещены в лотерейный барабан. Розыгрыш призов состоялся, как и было запланировано, в воскресенье 20 февраля. Весь процесс транслировался в прямом эфире в Инстаграме. Так, давайте еще чайничек разыграем, у нас остался одинокий чайник. Так, хорошо. Талончик номер 918-482-06-59. Для того, чтобы не было сомнений в том, кто выиграл призы, счастливые билеты из барабана вынимали жительницы нашего города, которые сами были участницами акции. Все максимально честно. Тут же прозванивались людям, которые доставали номера телефонов. Нас было два наблюдателя. То есть, как бы мы видели все своими глазами. Я рада, что у нас есть такая акция. Как бы это дополнительный стимул и бонус людям прививаться. Я сделала прививку, я чувствовала себя прекрасно. У меня не было ни температуры в этот же день, было все хорошо. И я с легкостью сделаю вторую. После оглашения номера телефона человека, выигравшего ценный приз, ему сразу же звонили с тем, чтобы сообщить радостное известие и рассказать, где и как можно получить приз. Руководитель благотворительного фонда «Выбор» имени Виктории Калининой, проводящего акцию «Привит от ковид», также наблюдала за процессом розыгрыша призов и осталась очень довольна тем, как все было организовано. Ответственность за свое здоровье все-таки это дело каждого, да, и каждый сделал свой выбор, как и наш фонд называется, выбор за каждым. И мы очень рады, что есть обладатели этих замечательных призов. Призы нам спонсор предоставил, призы приобретены в магазине ДНС, очень хорошие, поэтому их желание быть здоровыми подкрепилось еще вот такими замечательными призами. Да, конечно, радостно от того, что еще сколько-то людей приняли решение быть здоровыми. Призы, а это были смарт-часы, беспроводные наушники, электрочайники, смартфоны, музыкальные колонки, микроволновка, стиральная машина и телевизор, уже обрели своих новых хозяев. И недаром эту акцию назвали беспроигрышной. Ведь как бы ни распорядилась удача, ее участники все равно в выигрыше, потому что вовремя позаботились о своем здоровье и сделали спасительную прививку. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».